В 2018 году, где-то летом, я узнала о Яне, и сразу же я стала слушать. Я слушала, и там первую беседу тоже я ее заслушала всю. И каждый раз я там находила новое. Как Яна говорит, как она доносит, оно почему-то попадает как бы сразу вот сюда. И ты слушаешь больше ощущениями. Возникает такое доверие, и ты заново узнаешь то, что как бы когда-то ты к этому прикоснулся и забыл. И когда ты начинаешь слушать голос Яны, как будто бы ты получаешь вот доступ к этому истоку. А как показывает время, Яна никогда не ошибается. И бывает то, что сопротивляешься, не хочешь слушать какую-то правду, но потом ты понимаешь, что так вот это было давно уже сказано. Когда я начала читать посты, во-первых, возникло колоссальное облегчение, то есть снялся такой острый вопрос, что со мной что-то не так. Вот эти вот аудио и посты, они стали выстраивать некий баланс. Когда я попала на практ, то вот здесь это было похоже на то, как будто я нашла сокровищницу. Это все на самом деле настолько практично. Если что-то происходит, и оно всегда что-то происходит, то ты уже не подвержен какой-то панике, смятению, вот настолько, как это было. Прежде всего, ты видишь, что ты можешь сбалансировать себя. Ты в силах, используя Янины ключи, вывести себя в нужное состояние. Это то, чего нет нигде. Задания, которые позволяют тебе увидеть то, как ты слышишь и как ты считываешь информацию. И вот эти задания, они очень удивили. И когда возникла возможность пойти в практ уже с вебинарами, было ощущение, а я не могу не идти, потому что я уже не могу отрицать то, что есть внутри, то, что есть зов. И я знаю то, что я могу удовлетворить вот этот зов, начать вот еще больше как бы раскручивать, приходить к себе только здесь, потому что в других местах это, ну, ни на грамма нету такого. Прежде всего меня поразило то, что Яна — это человек, ну, как бы земной, но настолько теплый, чуткий. Я не услышала никакого назидательного тона, никакого высокомерия. Это была вот такая чистая рука помощи. И тут же сразу же она сказала фразу о том, что слышно по моему излучению в голосе, и она попала в самую болевую точку. Я была просто в шоке. Это надо обязательно ощутить на себе. Результаты, которые получаешь вот от такого именно водительства, они просто поражают, потому что это все происходит не так, как ты ожидаешь. Водительство — это когда никто, кроме тебя, только ты можешь обнаружить себя. И Яна здесь — человек, который настоящий наставник с большой буквы, человек, который занимается истинным водительством. Это ведь не просто рассказать, что и как делать, это ощущать, что ты в данный момент испытываешь. Это видеть насквозь все метания, все личностные сопротивления, куда ты направляешь свой руль, что с тобой происходит. Она не создает иллюзию того, что ты едешь, и на самом деле ты, допустим, на тренажере сидишь. Нет, ты реально живешь свою жизнь, но она рядом. Но Яна дает инструменты, которые настраивают это твое слышание. И сама Яна это демонстрирует, как она сама является одновременно и излучением, да, таким, и слышанием всех нас. Вообще стало больше ясности. Во мне как будто бы внутри стало больше пространства. И я как бы стала больше сенсорно-бдительна. Яна научила меня смотреть на себя без фильтров, и это иногда очень больно и не хочется. Яна, она учит быть этой правдой, она показывает, как это можно сделать. Она помогает идти в это, несмотря ни на что, потому что правда — это единственная основа, которая делает твою жизнь настоящей. Поэтому я именно Яну благодарю вот за правду, за умение ощущать эту правду и видеть ее. Эти инструменты стали частью меня. Конечно, всегда есть соблазн, есть сопротивление. Вернуться к такой жизни, когда ты в шорах. Я делаю вид, что я ничего не вижу и живу по-старому. Но даже когда ты говоришь, хорошо, я сейчас все забуду и попробую без этого жить, то ты видишь, что это уже вообще не вариант. Потому что ты возвращаешься в такие какие-то дебри, где абсолютно нет даже какого-то шанса выплыть наружу. Поэтому инструменты — это становится органической частью меня.
они настолько помогают, и ну, как будто это действительно единственный способ адекватно жить, становиться сильнее. Результативность, продуктивность именно не в количестве, а в качестве, она просто колоссальная. До знакомства с Яной я часто-часто задумывалась, а вот какая я? Именно себя-то у меня и стало появляться. Вот не то, что больше, а я стала понимать, что такое с собой, что такое слышать себя, быть собой и довольствоваться собой. Вот это самое главное. То есть быть самим решением, это означает как будто всем своим существом видеть ответ, ощущать его и чувствовать, что это единственно верное решение. До такого интеллектуально никогда не дойти. Но Яна сама уникальна. И учитывая тот факт, что ее никто не ведет, и что она сама обнаружила собой и в себе все эти ключи, для меня это вообще невероятный человек. Это невероятная возможность общаться с ней, читать ее посты, использовать ее ключи, слышать ее голос, когда она ко мне обращается. Это так бесценно. Она ведет к освобождению от обусловленности, к прекращению какой-то гонки в голове. Она ведет к самому себе путь. Этот путь, он как путь над бездной. Ты идешь в то, куда ты вообще никогда не ходил. Ты идешь, ты как будто падаешь в бездну, но ты не падаешь. Ты каждый раз обретаешь себя еще больше. Возвращаясь к себе до практа, до первой части, я могу сказать, что настолько повысилась трезвость восприятия. Ты понимаешь, что происходит, ты начинаешь замечать столько вещей, которые как бы вот всегда были рядом с тобой. Но ты не обращал на это внимания. Например, настроение портилось просто так, отношения не клеились просто так. И вот после первой части практа я увидела, что это все имеет значение. Что такое мысли, что такое внимание, зрение. То есть это все открылось по-новому. А во второй части, когда у нас уже были групповые вебинары, здесь было большим упором проговаривание и помощь себе. Так вот, вторая часть еще больше помогла развитию того, как ты слышишь, как ты считываешь. Складывается такая очень доверительная, дружелюбная атмосфера. Когда на вебинарах происходят моменты водительства, это вообще похоже на какое-то чудо. Ни один психолог не может это сделать, ни один гуру, потому что не чувствуют, не понимают, не способны проникнуть, встать на чистоту этого человека. Она проводник каждого из участников, и она тотально в этом, она чувствует. Нет. Дело в том, что когда Яна помогает открываться чему-то внутри тебя, то в этот же момент ты начинаешь слышать больше. То есть появляется какая-то многослойность. И когда ты слышишь Яну, ты слышишь просто истину. Ты понимаешь, что это оно. Каждый раз, когда слушаешь любой из подкастов, любой пост, смотришь видео, то на тот момент, когда ты слушаешь, есть какой-то внутренний запрос или ситуация, и ты всегда находишь ответ. Это удивительная вера. Тут ни при чем. Здесь есть вот ощущение того, что человек излучает что-то настоящее, и оно внутри начинает откликаться. Яна, я когда говорю сама с собой и обращаюсь иногда к тебе, спасибо тебе за то, что ты показываешь саму жизнь, настоящий момент и раскрываешь мне саму себя. Я тебя очень люблю.